Хотите побаловать себя вкусненьким пирогом? Я научу вас готовить каблер с персиками. Это отличный вариант, несложный и аппетитный, который прекрасно подойдет к чаю для всей семьи. Пробуйте. Особенность этого пирога в том, что тесто только сверху. Перед подачей по желанию его можно перевернуть фруктами вверх. Также он отлично сочетается с шариком мороженого, например. Такая выпечка наверняка станет одной из самых любимых, так как кроме персиков вы можете использовать абсолютно любые фрукты или ягоды, которые есть у вас под рукой. 1. На дно жаропрочной формы выложите персики. По желанию присыпьте сахаром. 2. Сахар разотрите с размягченным сливочным маслом. Добавьте ванильный экстракт. 3. Всыпьте просеянную муку, соль и разрыхлитель. 4. Вбейте яйцо. Вот такое по консистенции должно получиться тесто на каблер с персиками. Если у вас оно слишком густое, можно добавить пару ложек воды или молока. 5. Выложите тесто на фрукты, разровняйте. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 35-45 минут до румяности.